Буназио Стимас Приетин. Добрый день, дорогие друзья. Знаете, мне надоели в течение года спекуляции на тему, что это за партия, нет команды, кто будет выполнять предвыборные обещания, которые мы даем гражданам Молдовы. Мы сейчас говорим не только про Кишинев, говорим про всю страну. Я всегда был сторонником того и говорил о том, что мы лучше из неизвестных людей сделаем их известными, чем будут присутствовать в наших рядах публичные люди, у которых узнаваемость в стране 80%, а антирейтинг составляет 90%. Я всегда говорил о том, что мы никогда не будем допускать политизирования того или иного государственного учреждения. Я всегда говорил о том, что не может зоотехник возглавлять управление по образованию или агроном руководить медициной, что у нас, к сожалению, сегодня в стране происходит. Сегодня я хочу представить как руководитель нашей партии команду, с которой наша партия будет участвовать в муниципальных выборах на должность примара, генерального примара муниципия Кишинев. Очень многие люди высказывались, очень многие журналисты задавали вопросы, почему усатый идет Бельцы, кашу Кишинев. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, хочу последний раз четко сказать, что усатый идет Бельцы. Так же, как и Нина Черетел, известная вам по нашему конфликту с Ефримом в Министерстве юстиции, например, она у нас кандидат в примары Дроки. То есть она работала начальником отдела Минюста. Сегодня она вернулась в тот город, в котором она родилась, в котором она выросла, для того, чтобы выполнить нашу основную задачу. Это поднять статус регионов, чтобы все события происходили не только в Кишиневе. Неважно, это инвестиции, это реализация какого-нибудь проекта и так далее. Сегодня в нашей команде, это наша команда, это команда профессионалов, это команда людей, которые мало того, что не запятнали свою репутацию на своем жизненном пути, а это патриоты страны, это патриоты Молдовы, которые четко понимают, что сегодня мы для большинства граждан страны, для всех тех наших сторонников, которые нас поддерживают, их сегодня сотни тысяч, мы являемся в большинстве случаев последней надеждой для этих людей, поэтому мы не имеем права на ошибку. Мы, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но то же самое мы движемся вперед, для того, чтобы главное не разочаровать этих людей, которые нам поверили. Всегда на местных выборах все заостряют внимание, все концентрируются больше на выборах мэра. Абсолютно неправильно, с моей точки зрения. Потому что выбор людей касаемо муниципального совета, это также очень важно. Потому что даже если получится так, что наша фракция в муниципальном совете Кишинева окажется в оппозиции, мы должны защищать интересы граждан, даже несмотря на то, что у нас не будет этого большинства в муниципальном совете. Мы должны добиться того, чтобы разрушить все коррупционные схемы, чтобы мы не искали предлог, как попасть на заседание муниципального совета, а чтобы мы могли там участвовать для того, чтобы информировать граждан о том, что происходит. Сегодня, неважно, какие будут результаты выборов,
хотя я уверен, что они будут хорошие для нас. Значит, мы должны разработать генплан развития Кишинева при помощи международных экспертов. Потому что, не имея этого генплана, когда в городе все хаотично происходит, идеи у нас, люди, которые у нас работали в Приморье и работают на сегодняшний день, большинство из них творческие, я говорю про руководителей, и на ходу придумывают тот хаос, который привел Кишинев к самому большому бардаку за всю историю. Раз в 3 месяца, и это касается не только муниципального совета Кишинева, это касается и муниципия Бельцы, и других городов Молдовы. Раз в 3 месяца примар, который выиграл от нашей партии, муниципальный совет, должны выходить на открытый диалог к людям, чтобы отчитаться, что было сделано за 3 месяца и какие планы на следующие 3 месяца. И самое главное, будь это Дом культуры, будь это Центральная площадь, людям в течение 4-5-6 часов отвечать на все наболевшие вопросы. Потому что прием граждан по личным вопросам там, раз в 2 недели или раз в месяц, это, ну, я считаю, ни о чем. То есть есть возможность поговорить с 10, 20, 30 гражданами, а остальная часть жителей остается без ответа. Неправильно, когда примар выходит к людям раз в год и рассказывает про свои боевые достижения. Поэтому 4 раза в год должен быть прямой диалог с гражданами. Это абсолютно реально. И чем ближе мы будем к людям, тем прозрачнее будет функционировать Приморье. Те чиновники, которые создают очереди и придумывают, как я это называю, искусственное завышение курса доллара, усложняют ситуацию для того, чтобы появились поборы, увеличили взятки Приморье. В лучшем случае пойдут подметать улицы сразу же после выбора. В то же самое время мы не будем превращать ни Приморью муниципия Кишинев, ни Бельцы, ни других городов в нашу партию. Все специалисты, которые хотят работать, они будут работать. Сейчас, я думаю, будет правильно, чтобы я не рассказывал автобиографию и боевые заслуги, и жизненный опыт каждого из кандидатов. Каждый из них в 2 словах расскажет о себе. Потом мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Спасибо. Bună ziua, atâta lume bună s-a adunat azi la sediul partidului nostru. Eu vă mulțumesc. Eu vă asigur că noi, ca partid, ca echipă, merităm atenția dumneavoastră, a mass mediei și a întregii societăți moldovenești. La momentul de față, sincer să vă spun din toată inima, trăiesc un profund sentiment de mândrie pentru oamenii care stau în spatele meu, oamenii care o să se prezinte ei singuri, însă vă asigur că sunt oameni integri, oameni care sunt gata să servească interesului public, oameni care vor servi interesului public, oamenii care vor fi, echipa mea, vor fi de partea oamenilor în Chișinău. Și să știți, Moldova, de când a apărut ca stat, nu a avut și va avea în premieră o guvernare chiar și la nivel municipal, o guvernare pentru oameni. Noi asta vă asigurăm. Vă mulțumesc și deschid, invit echipa mea, pentru că este evenimentul de azi, aparține echipii. Vă rog frumos! Bună ziua la toată lumea, deci așa cum am mai promis și la Șila, o să facem un puteiaj, așa că vorbim de pe urmă. Deci cum am promis și la conferința, când m-a prezentat pe candidatul la primar domnul Cașu, a spus că în timp apropiat o să vă prezentăm echipa. Mă prezint, sunt Elena Panuș, sunt pedagog și manager politic de formare. Am o experiență bogată, aș spune eu, în domeniul organizațiilor neguvernamentale care au implementat proiecte culturale și sociale. Respectiv, reieșind din experiența mea, o să zic ce avem noi ca echipă de gând, ce planificăm să facem pentru a îmbunătăți viața persoanelor în etate. Pentru că suntem o țară care îmbătrânim, Chișinău este lider
la îmbătrânire. Toți acești oameni înaintate sunt părinții noștri, sunt bunei noștri care au muncit pentru ca noi să trăim o viață mai bună, iar astăzi sunt nevoiți să umble cu cerșitul chiar pe alocuri. Deci, întâi de toate, avem intenția să facem Chișinăul un oraș al bătrâniților decente. Trebuie să revină, să restabilim absolut toate indemnizațiile pe care le-au avut bătrânii noștri și care au fost luate de la ei. Trebuie să facem tot posibilul ca bătrânii noștri să nu stea în rânduri interminabile pe la oficiile de asistență socială pentru a aduce saci de hârtii ca să-și primească cei 30, 40, 50 de lei cât stabilește administrația publică locală pentru a plăti facturile exorbitante pe care le primesc și adesea din cauza aceasta ei sunt, rămân flămânzi. Trebuie să ne gândim și să facem lucrurile să meargă bine. Pentru asta avem intenția să facem un consiliu al oamenilor în etate, dar care să funcționeze. Așa cum a spus domnul Satei, deci nu odată în lună să stea omul în rând la ușa primarului, ci cu acești oameni să ne întâlnim permanent, să discutăm problemele lor și împreună să găsim soluții pentru ei. La fel trebuie reexaminate și vom reexamina și sistemul de acordare a locurilor în grădinițe. Și pe lângă direcția de învățământ se poate organiza și vom organiza un consiliu a mamelor, pentru ca ele să vină să spună care sunt problemele și împreună să căutăm soluțiile. Deci avem o mulțime de planuri, am putea să vorbim despre toate, dar ca să reușim fiecare să ne expunem, o să vorbim pe scurt. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Пахило, я юрист, дипломат, адвокат с более чем 20-летним стажем. Одним из основных направлений деятельности в муниципальном совете мы видим реформирование юридической службы примарии. Пресса очень много писала о том, что город лишился собственности на десятки и сотни миллионов леев в результате очень сомнительных судебных решений. Наш примар каждый раз лицемерно пожимает плечами, дескать, ну что поделать, суд решил. При этом забывая упомянуть о том, что большинство из этих решений, и очень многие, не были обжалованы юристами примарии, либо обжалованы поздно, что делало бессмысленным их обжалование. Примар несет политическую и юридическую ответственность за юридическую службу, поскольку она находится в его полном подчинении. Наша задача – вернуть юридическую службу под эффективный контроль муниципального совета, провести полную кадровую ревизию этой службы и привлечь к ответственности уголовной и материальной тех юристов, включая и руководителя службы, которые фактически стали соучастниками кражи муниципальной собственности. Bună ziua, sunt Alexandru Petkov și vreau să vă spun că noi venim cu un program clar pentru modernizarea administrației municipiului Chișinău. Noi venim cu un program de implementare a transparenței decizionale în administrația municipiului. Suntem ferm convinși că putem implementa principiul angajării în baza meritocrației. Nu vor mai avea loc angajări ai finilor, nașilor și cu metrilor la primăria capitală. Suntem siguri că actualul sistem și actualul dezmeț care are loc la primăria capitală se datorează anume acestui principiu de angajare a cu metrilor și nașilor și ai finilor la primărie. Noi cunoaștem cu toții că corupția la nivelul administrației municipale este promovată de sus în jos. Și venim ca să rupem acest cerc vicios, astfel ca să eliberăm administrația capitalei de schemele corupționale. Noi venim să curmăm această practică criminală de a organiza consilii și ședințele Consiliului Municipal în care sunt adoptate peste 700 de decizii într-o singură zi. Și ele sunt adoptate într-un mod criminal, anume promovând acest principiu care îl promovează astăzi administrația capitalei. Noi venim să implementăm programul de
urmare a construcțiilor ilegale în zonele de parcuri și vreau să vă spun că orice construcții ilegale vor fi stopate, iar deciziile cele care au fost adoptate printr-un mod criminal vor fi revizuite. Nu în ultimul rând, vreau să accentuez că astfel de decizii care au fost promovate privind, de pildă, cafeneaua Guguță, vor fi supuse unui referendum local, astfel ca cei care vor să promoveze interesele sale criminale să uite odată și odată de principiile lor criminale. Добрый день, зовут меня Николай Цепович. Значит, я начал свою деятельность на железной дороге с простого проводника, вырос до начальника дирекции обслуживания пассажиров. Являюсь инженер-менеджером на транспорте. Значит, первое, что должно быть в нашей столице, в нашей примарии. Значит, сегодня весь городской транспорт, в первую очередь, должен быть безопасным для пассажиров. Это неважно, автобус, троллейбус, либо маршрутное такси. У нас есть в нашей в сегодняшней Приморье приезжали немцы, где подготовили, провели исследования по оптимизации городского транспорта. На что работники Приморье не взяли во внимание, вообще никаких идей не взяли во внимание по оптимизации этого транспорта. Мы все понимаем, с чем это связано. Это связано с их интересами. Сегодня Приморье поддерживает, и работники Приморье поддерживают интересы в плане транспорта, в плане всего того, что творится. Сегодня люди устали ездить по одному маршруту, утром проснулись, и маршрут совсем другой, и маршрутки едут по другому маршруту. Не должно быть. Должен быть четкий маршрут, должен быть четкий транспорт в Приморье. У нас из-за транспортного хаоса город превратился непонятно во что. Все это связано с тем, потому что не могут своевременно скоординировать и создать четкий и правильный маршрут. Что касается Приморья, что касается транспорта, мы будем делать все, чтобы этот транспорт, эти маршруты были для блага горожан. Bună ziua, spune Igor Șiremet, după specialitate sunt jurist, profesie avocat, lector la Universitatea de Stat de Moldova, Facultate de Drept. Una dintre sarcinile noastre principale este restabilirea credibilității chișinăuienilor față de administrația publică locală, față de primar, față de Consiliul Municipal. Printre aceste elemente al restabilirii credibilității este transparența organizării și desfășurării achizițiilor publice, fiindcă foarte bine știți, bugetul municipal se formează și din aceleași alocații, aceleași taxe locale, care sigur că vin din buzunarele chișinăuienilor, la fel și din buzunarele antreprenorilor care își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău. Astfel, fiind având încrederea în cheltuirea acestor bani, vor avea și credibilitatea corespunzătoare. La fel, credibilitatea poate fi restabilită și prin accesul liber la același funcționar din municipalitate, fără ca să formeze artificial careva impedimente de soluționare legală a problemelor, care la prima vedere sunt simple, dar mulți din funcționari, dobândind astfel de funcții, tergiversează, întind termenii de examinare a problemelor simple. Nu au capacitatea, sunt și alte locuri disponibile, nu îi concediem. Îi angajăm la mătroată drumurilor, la instalarea pavajelor în municipiul Chișinău, fiindcă, vedeți foarte bine, trotuarele și drumurile noastre au necesitate de severe corespunzătoare. Nu pot conduce la măturat și la stabilirea pavajelor. Și la fel, o credibilitate în funcționarea municipalității poate fi stabilită și prin organizarea unui mecanism eficient de ordine publică. Adică organizarea aceeași elementare garde, gărzi populare, care vor patrula sistematic și sigur că se face după principii binevole acest serviciu, unde poți preveni atât anumite infracțiuni minore, aceleași furturi sau aceleași dilapidări sau aceleași spargeri de mașini, cât și elementara aruncare de gunoaie de cetățenii de rând care, sigur că, poate din imprudență, poate din deprindere, nu au grijă corespunzătoare. Mulțumesc! Здравствуйте! Меня зовут Виталий Чебану, я предприниматель. У меня экономическое образование, я специалист в области привлечения и размещения ресурсов.
На сегодняшний день есть проблема у не только у примарии Кишинева, у других примарий. Это очень маленький бюджет. В таких условиях, когда бюджет не позволяет развивать инфраструктуру, делать какие-то проекты, самое время, и, наверное, было бы сказать, что лучше всего это привлечение инвестиций извне. Это инвестиции могут быть внебюджетные как из-за границы, так и внутри Республики Молдова. Таких способов привлечения инвестиций достаточно много. На протяжении предыдущих лет у примарии было много возможностей к привлечению таких ресурсов. Примария, особенно Кишинева, обладает интересными землями под застройки. У примарии есть инфраструктурные проекты, которые могли бы привлечь инвесторов. Но у нас происходит, как всегда, это я вам могу сказать, как предприниматель, который участвовал в различных проектах, могу привести пример, когда компания из-за рубежа пытается вложить огромные средства, построить у нас микрорайон здесь в пригороде, разгрузить центральную часть города, чтобы не было хаотичных застроек. В результате им предлагают, прежде чем начать инвестиции, внести так называемые взносы, обелечивание. Что делает инвестор? Он сворачивает свою деятельность и говорит, что такого нигде больше нет. Что мы видим, когда происходят некоторые участия, например, в тех же тендерах инвестиционных, где нужно строить те же инфраструктурные проекты. Опять идет речь о том, что нужно заплатить какой-то взнос, вход и так далее. Это говорит о непривлекательности инвестиций муниципия Кишинев. Мы хотим эту практику искоренить полностью. Для этого будет создан специальный комитет при примарии, который будет определять инвестиционную прозрачность. Мы хотим установить общие, единые правила для всех. Мы хотим ввести в примарии правила государственно-частного партнерства, которое позволит привлечь достаточно инвестиций для того, чтобы мы могли развивать дальше город. Огромное спасибо. Мене здіва, мене з просто Вячеслав, мам не скут, шам активати мочіпі Кишинев, ші партії відповідно дівна, по які пану Астрадія, старі ді лукру, та рейстивен президент ланої мочіпів, синт мулті проблеми ді хоторит, соціалі, ді діферітні віл, дар фере плану ді дізволтарі економік, горькум, вам стаг наші ної дізволтарі. Для чия, аж абордаш у алте проблеми, кума фі, креаря лукру, горді мунки, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Segmentul ăsta agravat este la moment și a dispărut din vizorul Consiliului Administrației Publice Locale și eu aș spune că restabilirea segmentului mediu și mijlociu de antreprezători ar permite crearea locurilor de muncă, cât și menținerea tineretului în municipiu, ca să nu emigreze nimeni din țară. Deci obiectivul nostru este crearea locurilor de muncă și dezvoltarea strategică, economică a municipiului Chișinău. Vă mulțumesc! Здравствуйте, меня зовут Наталья Шмаргуна, я журналист. Мы выступаем за полную открытость и прозрачность всех решений, принимаемых примарией. Особенно это касается тех направлений, которые занимаются приватизацией, предоставлением авторизации, лицензий. Ратуем за самое широкое сотрудничество с прессой, повсеместный доступ к деятельности муниципалитета всех представителей СМИ. Считаем, что открытость местной власти – это степень ее ответственности, а степень ее ответственности – это степень ее эффективности. Спасибо. Добрый день, меня зовут Наталья Балянова. По специальности я являюсь бухгалтером и ревизором. Прошла путь за свою 15-летнюю карьеру от простого бухгалтера в одном из органов публичной администрации до руководителя аудиторской компании. Поэтому как бы считаю, что полученный и приобретенный мной опыт за более чем 15 лет поможет мне детально разобраться в бюджете, формировании бюджета, как доходной, так и расходной части нашего муниципального бюджета, разобраться, почему у нас перекрывается дефицит бюджетного. Бюджетный дефицит путем продажи публичной муниципальной собственности позволит адекватно оценить тарифную политику на потребляемое тепло, на воду и так далее. Более того, мы пересмотрим затратные статьи, которые у нас постоянно происходят по ректификации бюджета по социальной сфере, по переброске средств на незавершенное строительство, а также, как говорится, то, что входит на местную инфраструктуру. В связи с тем, что, по нашему мнению, там происходят достаточно крупные и порядочные расходы данных средств. Спасибо.
Добрый день, меня зовут Аврил Матиуца, я имею опыт уже работы в муниципальном совете. Значит, хочу сказать коротко, что я пришел в команду нашей партии, потому что увидел только в этой партии действительно силу и способность, значит, ну, остановить тот беспредел, который, ну, я наблюдал лично последние 4 года в примарии. Будем говорить так, что в начале прошлых выборов многие партии шли с какими-то своими благими намерениями, с какими-то полезными идеями для города. Но на сегодняшний день все это слилось куда-то, все это забылось, потому что все объединились в едином порыве вместе во главе с действующим примаром, в едином порыве наживо, в едином порыве получить деньги. То есть на этом все забылось. Я хочу сказать, что команда нашей партии – это команда действительно грамотных, состоявшихся профессионалов и, самое важное, честных людей. Людей, которые смогут действительно независимо будут в большинстве, в меньшинстве, в оппозиции. То есть это будет та сила, которая остановит беспредел и коррупцию и таким образом сделает, в конце концов, нашу столицу местом комфортного проживания для горожан и для гостей столицы. И нам не будет стыдно за это. Спасибо. Всем спасибо. Хотелось бы еще раз отметить, что наша партия, политическая партия «Партиду Ностру», участвует в выборах с девизом «Вы решаете, мы делаем». Ну и плюс хотелось бы добавить один из своих жизненных девизов, что для того, чтобы посадить зло, нужно сеять добро. Спасибо. Сейчас ответим с удовольствием на ваши вопросы. Можно вопрос? Вы раньше говорили, Ренат, о том, что число кандидатов не будут заполнять полностью вакансии, допустим, членов муниципального совета. То есть у вас меньше кандидатов, чем мест в муниципальном совете. Нет, почему? Нет, вы говорили, что не обязательно вам будут покрывать. Не, послушайте, мы говорили про покрытие страны, да, что когда приходят, вы про страну, тогда правильно. То есть вы поймите, когда... Нет, я имею в виду, почему, то есть это говорит о чем? О том, что системный кризис управленческих кадров или о чем-то? Нет, это говорит о другом. Когда вся страна наблюдала за регистрацией наших двух партий в прошлом году, когда вся страна наблюдала за тем, что за полгода мы прошли более 1000 мы видели обысков и допросов по всей стране. Когда на севере в большей степени и на юге приходят кандидаты, действующие примары, там сельские советники, городские районы от правящей элиты, так его назовем, и рассказывают про то, что они патриоты страны, и вот они готовы с нами идти дальше и так далее. У меня на момент июня прошлого года уже был список более 150 примарей, действующих и советников. Но если элементарно дается поручение в колл-центр, обзваниваю тот или иной населенный пункт, и я слышу про то, что отношение к этому примару либо советнику 80% его оценивают как подонка, не просто как плохого примара, то я говорил: ребят, сидите в той партии, где вы находитесь, очень хорошо, качественно сидите. У нас не стояла задача сегодня показать кино 100% покрытия. Хотя покрытие у нас на сегодняшний день в стране там на 95% это города, муниципии, процентов 70 у нас это другие населенные пункты. Вы поймите, мы хотим показать разницу не на количестве, а на качестве. Мы хотим показать, когда я говорил, будет там муниципий Бельцы, Кишинев, другой населенный пункт, что с приходом команды нашей партии людей не обелечивают. Это главная проблема. Сегодня человек привык к тому, что он приходит, неважно, это суд, примария, неважно, какое управление и какая ему нужна справка или какой документ. Человек уже в подсознании имеет, что если даже мало денег, надо провести 20 килограмм брынзы, 10 литров вина и хотя бы 500 лей, понимаете? Ну вот это у нас, к сожалению, сегодня присутствует во всей стране. Поломав эту, мы бы как минимум вернули бы доверие граждан к нам. И будут очень четкие результаты. Поверьте, что у нас будут первые очень серьезные выстрелы сразу же после выборов. То есть мы не будем там
рассказывать про то, что полгода нам нужно на подготовку и так далее. Есть интересные проекты, но об этом поговорим в другой раз. В муниципальном совете 51 человек. Да. Вы здесь представляете 10 претендентов. Да. Что, вы считаете, это ваш порог, 10 человек? Нет, я хочу вам сказать другое, что мы можем устроить вторую серию. Но просто сегодня мы обсуждали, я предложил вчера 25, я говорю, давайте покажем половину. Отвечаю вам честно, у нас же сила правды, да, по всей стране. То есть мне сказали, что если будет 25 человек, то пресса уснет. То есть это будет пресс-конференция на 1,5-2 часа. То есть поэтому у нас идея, вот представили 10 человек, и я думаю, что ближе к выборам мы представим еще 10, то есть, чтобы как раз не было идей насчет порогов там, в 10 человек и так далее. Ясно. Еще, пресс-конференции у вас обычно начинаются с 10-минутным опозданием, вот здесь вот. Да. Вы так и по власти будете, если пройдете туда работать? Послушайте, вы знаете, мы всегда готовы, и когда приходит один из ваших коллег и говорит, что там наверху все готово, мы поднимаемся. То есть всегда мы готовы. Да, мы виноваты. Я вас ни в чем не обвиняю, но значит, кто-то не был готов, кто-то просит, кого-то ждут. Извините, это точно. Вы на меня опоздали. Значит, в прошлый раз была задержка, была, пресса попросила. То есть, если кто-то из коллег ваших просит, извините, мы подъезжаем, мы не отказываем, поэтому мы уважаем вас всех и, поверьте, относимся к помощи инвалидам. Можно вопрос, господин Лукашев? Можно. Господин Лукашев, ну вы представили команду, скажите, а вот лично для вас что на первом месте, какой критерий стоял при отборе кандидата? Я уже сказал, и лидер нашей партии, господин Узат, уже сказал, это профессионализм. Вы знаете, мы не смотрели на то, чтобы эти люди сверкались на экранах ТВ или, не знаю, где-то в других партиях. Это профессионалы, это патриоты. Это те люди, которые будут служить интересам людей. Это будет другая власть. И мы это покажем. Власть для людей. Такого в Молдове еще не было. Вы увидите. Кашу занимался профессионализмом. Я рассматриваю порядочность человека. Для меня очень важно. То есть, чтобы этот человек, вы поймите, мы не имеем права на ошибку. Если мы что-то, не дай бог, сделаем не так, про нас максимум через полгода будут говорить так, как про всех тех, которые руководят сегодня и примарией, правительством, сформировали парламентское большинство и так далее. Мы не будем разочаровывать людей, и можете быть спокойны и в другом, что если наш примар, кандидат от нашей партии на ту или иную должность, нарушит закон, то, как бы это жестко ни звучало, я сам буду требовать того, чтобы этот человек ответил по всей строгости закона. А когда будет возможность, я, если что, буду сажать своих в первую очередь, для того, чтобы другие боялись. Понимаете? Сажать не из-за того, что я так хочу. Мы всегда говорим про диктатуру закона. И мы должны поломать все те стереотипы, которые сформированы в течение последних 20 лет. Большое вам спасибо. Вам Муцмимов. Благодарю вас, Зибуна. Спасибо.